Приехали с Туманом с утра пораньше. Охотничье хозяйство самцы Казахстанского общества охотников и рыболов. Идем по речкам, ищем кряку, да, потому что кряква поздняя утка. Вот несколько мы видели группу. Ну, довольно прохладно. Спасаемся снаряжением от бандит. Вот минусовая температура. Удалось добыть кряковую. Вдоль речки ходим с Туманом, ищем фазанчика. Планируем готовить лапшу из фазана и пирог из утки. Вот в таких местах кряковая утка держится до самого мороза, иногда даже зимует. Речка, кстати сказать, довольно глубокая, поэтому одевайте забродники, и то переходить не везде можно. Вот это да, налетела горлица, неожиданно. Ой, красота! Ой, красота! Ой, да ты мой хороший! Коня, давай, давай, по очереди. Туман. Ой, ты мой. Туман, Туман, давай, идем, Коня, идем. Ой, ты мой хороший пес. Все, молодец. Давай второго. Второй. Чуть-чуть холодновато даже говорить, но наши с Туманом хождения были не напрасны. Отдуплетили двух петушков. Итак, ребята, это шестой, пятый и шестой номер номинации «Семиреченская семерка». И остался у нас только улар. Вот, время еще есть. Будем стараться закрыть номинацию «Семиреченская семерка». 2023 год. Охотничье хозяйство самцы. Та-дам! Осень теплая. Кряквы нет. Ну, почти нет. Всего я видел 4 штучки. И видно, что все это местное. Потому что она такая тут уже умная. По шелесту травы ориентируется и срывается, не дожидаясь охотника. Вот, я думаю, что вся кряква сейчас на балхаше висит. На балхаш, потому что еще льдом не закрылся. Вот, поэтому будем ждать. Еще кряква должна подойти. Северная, жирная. Вот это, ребята, никто иной, как филин. Огромный, здоровенный филин. Краснокнижная, кстати сказать, птица. Вот это да. Вот, кстати, охотники тоже, многие этого не знают. Вот сейчас я планирую переехать на другое место, находясь на территории охотничьего хозяйства. Но уже я то количество, которое со мной дичи добыты, уже отметил. Это важно, потому что это такое положение правил. Поэтому, знаете, сел в машину, сразу сделал отметку. Заехали в каркастек. Вот такая жирненькая самочка попалась. Охотимся дальше. Прелести охоты с собакой заключается в том, что она существенно облегчает вашу работу. Ищет, встает в стойку, бипер начинает сигналить, вы подходите и дело сделано. Неприятная чаща, колючая, ждет охотника и фазана, поэтому спасаться только хорошей одеждой. Вот это вот штаны. Испанский хард, называется модель Librel. В общем, пуленепробиваемый.